На момент прибытия бригады скорой помощи проводили реанимационное мероприятие с пассажиром легкового автомобиля. Пассажиров в автобусе уже на тот момент не было, все вышли. И прибытием мы начали проводить деблокацию пострадавшего водителя. Так, и что дальше с мужчиной? Кто там был передан? Ну, водителя деблокировали, передали его сотрудникам скорой помощи. Пассажир погиб. Реанимационные мероприятия не помогли. Да, не слышно.